Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с началом учебного года. Мне бы хотелось обратить внимание на ту замечательную погоду, с которой мы встречаем начало осени. Действительно, это какой-то знак, говорящий нам, что нас ждет что-то интересное, важное и серьезное, увлекательное в этом году. Если бы меня спросили, какой из приоритетов я бы смог предложить для этого учебного года, то мне кажется, таким приоритетом могло бы стать партнерство университета с разными другими нашими коллегами, которые не работают в системе образования или не работают в системе высшего образования, но так или иначе являются нашими партнерами. Сейчас это особенно непросто, потому что когда мы обсуждаем социальных партнеров, нам ведь хочется, чтобы это были коллеги, которые немножко смотрят вперед, чьи организации, чьи предприятия взаимодействуют с образом будущего, а не только ориентируются на прошлое. И вот научиться таким образом отбирать социальных партнеров и как-то встраивать их деятельность в структуру наших образовательных программ, предлагать студентам наиболее продуктивные практики для прохождения в разных местах нашего города, в разных предприятиях. Мне кажется, это особенно будет интересно в этом году в силу, так сказать, самых разных социальных обстоятельств, в которых находится университет, которые задают нам некоторый вектор развития. Конечно, хочется пожелать, чтобы этот год, если приносил какие-то неожиданности, то самые приятные неожиданности, и чтобы вот эта продуктивная работа, которая у нас складывается, продолжалась, укреплялась и становилась, некоторым важным фактором нашей жизни. С началом нового учебного года!